Всем привет, с вами Макс, вы на канале Top Drag Games, и сегодня мы будем играть в одну очень прикольную игрушку, но драйв там будет не на автомобилях, драйв там будет по-своему, по-другому. Мы будем играть в Astra Playroom, эксклюзивная игра для PlayStation 5, именно вот эта версия, где мы прощупаем все возможности DualSense. Этот ролик должен был выйти давно, еще когда я только купил PlayStation 5, но что-то все затянулось, и этот ролик выкладываю вот только-только сейчас. Так что все, что вы дальше увидите, это я записывал, когда только купил консоль. Так что, ребята, всем приятного просмотра и обязательно, пожалуйста, поддержите видос лайком. До сих пор я не ощутил всей прелести этого геймпада. Да, в The Crew на компьютере в Моторфесте было кое-какая работа этого геймпада, но все равно неполноценно. А теперь мы можем его полностью заценить, и погнали. Я так понимаю, что это как демо-версия игры, наверное, которая вот реально показывает все возможности геймпада DualSense. Steam Asobi Astra Playroom. Нажмите любую кнопку. Добро пожаловать в Astra Playroom. В этом созданном игровом пространстве ваш беспроводной контроллер DualSense покажет свои уникальные возможности. Готовы к приключениям? Устраивайтесь поудобнее и начинаем. PlayStation 1, PlayStation 2, PSP, PlayStation 3, PlayStation 4, VR. Встречайте беспроводной контроллер DualSense. Ох, вибрация. Блин, офигенно. Блин, а такого, кстати, не было. В реальном времени даже. Кнопки нажимаются. Так, ой. Эту кнопку лучше не нажимать. Блин, вибрации, ребята, вообще топ. Как на айфонах. Далее. Сенсорная панель. О, да. Прикол. Датчик перемещения. А, ну еще и... Блин, реально, как будто в геймпаде кто-то поселился. Прикол. Вообще топ, ребята. Алло. Поехали. Блин, ну демку классную запилили. А, вот. Графон, ребята, да, зачетный. Здесь мы можем ощутить поверхность на геймпаде. Потому что такая приятная вибрация. А, прыгнуть надо. Звуки передаются. Так, одну кнопку нажали. А, можем вот так. Отлично.
А, разбить надо. Это что такое, провода? Да, действительно, ради чего можно купить PlayStation, это вот даже ради геймпада. Когда работают все вот эти функции, реально очень круто. Так. О май гад. Первая плойка. Дворец КПУ. ЦПУ, точнее. Так, карта. Погнали в PlayStation 1. Лаборатория PlayStation. И что у нас тут? Коробки можно сбить. А, так этих нельзя сбить. Тут какой-то видосик снимают. Так, а чё по карте-то? Тут что-то собрать надо. Ну, давайте попробуем поищем. Это что? Здесь ничего. Так, ладно, погнали сюда. Так, что сделать надо, я чуть не понял. А! L2, так. Ну и чего, я зажал. Чуть я не особо по ним. А, все. 13 надо монеток собрать. Все, я теперь понял. А вот эти коробки-то разбить нельзя. А где мне здесь монетки найти? Ребят, подскажите, где. А, вот а монетки-то. Изи вообще. Вот теперь погнали. Здесь ловить, что ли, надо? Да, так, мы поймали. Приз получен. Один готов, впереди еще больше. Новичок гач. Так, закрыть. Давайте еще. То есть, получается, вот этой рукой я управляю вот так вот геймпадом. Новый артефакт. Это что такое? А, это микрофон для... Типа сюда сверху, что ли, он надевается? А, это для PSP. Вот оно чё. Я-то думаю, блин, для DualSense не подходит. Ладно, закрываем. Блин, ребят, прикольно то, что тут можно пособирать артефакты из старых консолей. Так, мне кажется, что-то у меня микрофон слишком громко. Хотя нет, вроде нормально. Все, у меня кончились золотые монеты. То есть нужно собрать монеты и потом прийти еще сюда. Ладно, окей. Так, погнали дальше. Может, по пути еще что найдем? Эти разбить нельзя. А, смотрите, это обратная сторона.
Обратная сторона. Вот это, кстати... PSP, что ли? Вот, ребят, вот это PSP. Да. А вон там что тогда? А здесь... Это, скорее всего, PlayStation 4, либо 3. А здесь? Здесь, наверное, PS Vita, скорее всего. Вот это я не знаю, что. Так, ладно, погнали дальше. Это что у нас тут? Поля памяти. Поля памяти. Ветряные врата. О, монетки. Короче, надо стараться как можно больше всякого разбивать, чтобы собирать монетки. О, еще монетки. А там снизу есть? Да, и снизу монетки есть. По всей карте, короче, разбросаны эти монетки. Так, здесь... Ага, смотрите, это провод геймпада. И, вот еще монетки. Все, 37 монеток, погнали дальше. Подсоединили. Так, монеточки. О, ветер дует. Это флешки разбросаны. Флешки от PSP. Ну чё, может выкинешь чё, облако? Нет, ничего не выкинет. Так, соединили. Тихо. Да тихо. Вот, отлично. Да, ух. Это что? Озушка? Две озушки? А что это? Ничего? Ладно, погнали. Дальше, наверное, да? Хорошо. Так. Чтобы перепрыгнуть нам на ту сторону, но нам так-то надо вниз сюда. Негодяя разбомбить. О, он по грязи так плохо ходит. Карты памяти вон валяются. Дальше. По всей локации разбросаны карты памяти. А, я сюда не допрыгну, да? Да, не допрыгиваю. Оп. А я вот это что не взял? Или это как чекпоинт? Я, скорее всего, да, это типа... Блин. Как контрольная точка, скорее всего. Нет, так не допрыгнуть.
Да, как контрольная точка, место для сохранения. Крабики. А с них голда выпадает, с этих крабов. Нифига себе, сколько голды. Ух, вот эта монетка. Так, а как мне туда... добраться? А, все, я понял. Все, я понял, как можно до туда добраться. Вот так, аккуратно. Все, собрали. Отлично, дальше идем. Так, что ты у нас? Письмо не выронишь. Облако с золотыми монетами в виде геймпада. О, теперь в виде PlayStation'а первого. А, тут оказывается можно умереть. Ну, теперь будем знать. А я вообще его могу победить? Похоже, нет. А, во! Все, я понял, как можно его победить. Его можно соединить. Сейчас разберемся с ним. Так, давай, давай. Во! О, все, отлично. Просто надо было потянуть. Ай-яй-яй, две монеты я упустил. Черт. Блин, а как мне теперь вниз-то спрыгнуть? Тут ветер еще сильнее. Нет, 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 давай, давай, иди, 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 иди. Вот, а теперь я могу вниз прыгнуть, да. Нет, не могу. Так, попытка номер два. Все, отлично. О, все, две монетки не лишние же. Идем, 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 идем. Все, прошли. Собираем монеты. Двести один с монет. Отлично. Все, я, ребят, понял, как с ними можно разобраться теперь. Так, 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 так. Как-то можно туда попасть. Отлично. Ну, понял. В принципе, с этой игрой все понятно. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии, стоит ли ее проходить дальше. Записывать. Так-то интересно, я бы поиграл еще. Самый, конечно, кайф, как все эффекты передаются на геймпад. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Увидимся на следующих... видосах, и, конечно же, следующий стрим у нас будет по Гран Туризмо 7. Всем пока-пока!